нас Бог от горбатых чародеек, язвил Острепетовый директор императорских театров в тот самый сезон, когда был написан портрет Пелагеи Острепетовой художником Ярошенко, то есть в лучший сезон актрисы. В репертуаре ее было несколько ролей, в которых она не имела себе равных. В «Грозе», например, была поразительной Катериной. Ночью, Варя, не спится мне. Все мерещится шепот какой-то. Кто-то так ласково говорит со мной. Точно голубит меня. Точно голубь воркует. Уж не снятся мне, Варя, как прежде, райские деревья да горы. А точно меня кто-то обнимает так горячо-горячо и ведет меня куда-то. И я иду за ним, иду. Пелагее Стрепетовой было уже под 50, когда в закатный час ее славы, как в сказке, в нее влюбился прекрасный юноша из старой русской дворянской семьи, студент. Он беззаветно полюбил актрису, героиню какой-то потрясающей драмы, в которой Пелагея Антипьевна, несмотря на свои годы и физический недостаток, была неотразима. Трагедия стала ее стихией. Как и великий Мочалов, Стрепетова была человеком и актрисой чувства, поэтому и на сцене, и в жизни успехи у нее чередовались с неудачами и отчаянием. Видно, сама судьба того хочет. Да может, такого случая-то еще во всю жизнь не выйдет. Тогда и плачься на себя. Был случай, да не умела воспользоваться. Да что я говорю-то? Что себя обманываю? Мне хоть умереть, да увидеть его. Счастье влюбленных казалось полным и нерушимым. Но иногда, по ходу пьесы, рядом с актрисой, появлялся герой. И на правах героя обнимал героиню, целовал ее. В эти вечера юный муж молил возлюбленную отказаться от таких ролей. Вначале Стрепетовой удавалось заглушать его ревность. Но день ото дня это делать становилось все труднее. К тому же привычка лицедействовать брала верх. Актриса стала вытеснять влюбленную женщину. В переписке с писателем Сувориным Крамской писал: «Вы говорите, портрет Стрепетовой безобразен. И я понимаю, что вы ищете в нем то, что вы видели у Стрепетовой на сцене, делающее ее не только интересной, но замечательно красивой и привлекательной. Но портрет Ярошенко иное. Это в живописи то же, что в литературе портрет, написанный Достоевским». В рисовальной школе общества поощрения художников, которую достаточно часто посещал Ярошенко, мало кто знал его имя. Его называли просто «артиллерийский офицер». Отданный 10-летним мальчиком в кадетский корпус, Николай Ярошенко 37 лет провел на действительной военной службе и вышел в запас генерал-майором. О своей жизни художник не любил говорить, быть может, потому, что более всего ценил в людях
хрупкий и ранимый мир их души. Он совсем теперь не идеалист, говорил он об одном из своих знакомых, поясняя, почему более не поддерживает отношения с ним. Влюбленным не суждено было пережить свой медовый месяц. Однажды Стриптова, вдохновенно сыгравшая свою роль, счастливая, вернулась домой. Казалось, что сегодня все будет так, как было много раз раньше. Но одно неосторожное ее слово, юноша выхватывает револьвер, выстрел, и он падает у ее ног. Пелагея Антипьевна, постаревшая сразу на десятки лет, едва не сошла с ума, бросила сцену. И не стала великого таланта, так тесно связавшего свою личную судьбу с судьбами тех героинь, которых она блистательно играла на сцене. Опять жить? Нет-нет, не надо. И люди мне противны, и дом мне противен. Ах, темно стало. Умереть бы теперь. Друг мой, радость моя, прощай. «Когда мы все сойдем со сцены, — говорил Крамской, — то я решаюсь пророчествовать, что портрет Стрепетовой будет останавливать всякого. Ему не будет возможности знать, понимали ли ее современники, но он будет видеть, какое безысходное страдание было в жизни этого человека. И зритель будущего скажет, как это прекрасно, как мастерски написано.